А вот в Жиганске аэропорт юбилей хоть и не отпраздновал, тем не менее работники аэровокзала получили незабываемый подарок – новое здание. Его возвели в честь 385-летия поселка. Какие еще праздничные мероприятия прошли, расскажет Анна Петрова. Одним из значимых событий юбилейных мероприятий стал ввод 6 многоквартирных домов. Счастливым семьям были торжественно вручены ключи от их уже новых, благоустроенных светлых квартир. Данные объекты были построены по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По первому этапу мы сдаем 11 домов, это с 2013 по 2017 год. И вот этот вот этап 2017 мы должны сдать в этом году 6 домов. Мы, конечно, очень рады, что не подвели нас подрядчики, что вовремя, значит, подготовили жилье для строительства и сдали вовремя в свое время это жилье. Обладатели новых и современных квартир уже планируют переезд. Рядом с домами будут сооружены детские площадки, спорттренажеры. И для новоселов начнется новая жизнь. Впереди новые планы и новые достижения. Но мы несколько лет уже заявление писали о том, что у нас дом аварийный. Поэтому вот по программе переселения из ветхого и аварийного жилья получили сегодня квартиру. Вместе с этим радуются и работники аэропорта. Состоялось торжественное открытие нового аэровокзала. Это еще одно знаменательное и радостное событие в истории Наслега и большой подарок населению. Старое здание у нас 52-го года, оно было трехэтажное. Потихонечку мы сняли третий и второй этаж. И в этом году наконец-то дождались мы нового здания. У нас 35 человек в час вот это здание может пропустить. Заполярный поселок переживает новый рассвет, меняет свой облик и с каждым днем становится все краше. Строятся жилые дома. Жизнь северян меняется в лучшую сторону. Люди въезжают в новые красивые дома со всеми удобствами. Анна Петрова, НВК Саха, Жиганск.